Я не могу отказаться от мобильного телефона, иначе как вы с Олей просто смотреть будете. А вот могут ли отказаться от этого гаджета соликамцы, узнаем прямо сейчас. Нет. Почему? Ну, потому что чувствуешь себя какой-то потерянный, нет связи с близкими, с друзьями. И информации очень много для нас, для пенсионеров. В интернет залезешь, все, что надо, задашь вопрос, тебе ответят. Так что нет, нет, нет. Пожалуйста, да, могу. И на какой срок? Да вообще, зачем он нужен? А как же связь с близкими? Интернет? Ну, раньше жили как-то не нормально было и общались. И... Так что я считаю, так? Да. Прям совсем? Да. А как же связь с близкими? Интернет? Нет. Все равно откажешься? Да. Совсем ты не откажешься, все равно где-то надо срочно позвонить, где-то по дороге может вот встретиться или что. То есть нельзя отказываться? Совсем нельзя. А как же? На один день. Почему? Ну, важно, есть много чего. Да. Вот прям вообще легко не пользуюсь? Да. Я возложу на срок. Хотя бы на 3 месяца. Или на год. Добавлю, акцию «Отказ от мобильного телефона» в 2021 году придумал французский писатель Фил Марсо, когда узнал, что в список психических заболеваний входит номофобия – страх остаться без сотовых телефонов.